Этот основательный и размашистый, только длина 63 метра, теплоход «Николай Пирогов» – гордость здравоохранения Югры. Вот-вот он отправится в летнюю навигацию по отдаленным поселкам. И его уже ждут, чтобы получить диагноз, лечение или даже пройти операцию. Один в один районная поликлиника. Вот регистратура, вот плакаты. Сейчас появятся врачи и начнется. Кабинет гинекологии. Дмитрий уже 20 лет ходит на этом судне и ждут его в любом поселке Югры. ФАП много не сделает одна медсестра, а тут полностью вся, весь диагностический центр. На воде приходит просто, как здание просто перенесли куда-то большое, да, двухэтажное там трех. Здесь полностью все, вся полностью диагностика, все анализы, рентген, там маммографы, стоматология. Неврологи, хирургия, терапевты, все здесь есть. 19 медицинских кабинетов и столько же врачей. Прием проведут от офтальмолога до эндоскописта. Из новейшего оборудования цифровой маммограф. Но и самому теплоходу время подлечиться. Проблемы есть, лечим потихоньку, где железо уже сгнило, подменили, покрасили, подновили. Все, держим в руках, чтобы не старел, был вечно молодым наш теплоход. С января на Омском РЭБе теплоход капитально ремонтировали, меняли днище, детали двигателя. А в машинном отделении главный специалист Роспотребнадзора замеряет шумы. Чем больше таких проверок условий труда и отдыха, тем меньше количество профессиональных заболеваний. В основном это тугоухость и вибрационные болезни, которые являются хроническими, которые получаются с длительным сроком работы у работающих. И находясь на судне, а на судне они находятся по 6-7 месяцев, не сходя с теплохода, естественно, они получают эти свои вредности. В этот раз шум на судне снизили на 3 дБ. Тут претензии скорее к строителям теплохода. На Пирогове все как на флоте, строго по расписанию. И подъем, и завтрак с обедом, и ужином. Ну все готовим, что дома готовим, и так готовим. Начиная шашлычки готовим, стейки готовим, котлеты, пельмени, манты, голубцы. Все делаем. Гарантия Виктора Клейна – это ни одного отравления за 10 навигаций. И порядок, ножи как на подбор. Вот, мясо сырое, мясо вареное есть, для овощей, для хлеба отдельно, для рыбы тоже отдельно, для колбаски гастрономии, как положено, так и делаем. Колокол еще нужно подвесить, палубу докрасить, но уже через день прозвучит команда «Отдать швартовы». В Югре теплоход ждут 6 тысяч пациентов. Евгений Нефанов и Андрей Кузьмин, «Антенна-7».